Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить Far Cry 3, я здесь переместился к храму. А, собственно, задание надо Вааса увольнить. Я получил, что долго не было сюжета, теперь, наоборот, пачка сюжетная идут. Больше просто больше пока что делать нечего. На второй остров попасть не можем. Ты чё, бычишь на меня? Ты чё, бычишь на меня? Ёба, бля! Проделки сатаны. Нихуя, это банда близнецов какая-то, да? Смотри, они все на одно лицо, охуеть. Leave us. Ну, как уж. The warrior returns from the land of the dead. Brought you a souvenir. Of man are you? Your senses be clouded by others. You walk their paths instead of your own. But I can feel the fire in you. What the hell is that thing? Подсказал, что надо натягивать тетиву лука. Ну, случайно подсказал, просто смотрю на игрока, как он играет. Да я не помню, чтобы было так темно, реально. Короче говоря, раньше стрелял по этому боссу, типа, вот так. Ой, типа, вот так просто. Да какого хера? Почему он не долетает? Если Долину Папоротников смотрел, то там был босс прям такая милота, воспоминания из детства. Как я заебал.
ра-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 
Мозг въебали еще. Можете как-то вот прям... Видимо, нельзя. Да сколько ж можно? Да нет, нас выебало. Мудила. Говорят, говорит, зовут его Мудила страшно. Tell me who I am. You are a warrior. You live for battle. Every man you fight dies and deserves to have his life taken from him. You wear the tatau. You feel the jungle around you. You are Rakyat. Across this island, Boss and his pirates enslave the bodies and the minds of the Rakyat. Our guns do not stop until Boss falls at our feet. We are the warriors of the Rakyat, and I will lead you to glory. Смотри, как ты вот натянут, вот реально. Тут никому особо не нравилось. Мы воины Ракьята, поведу вас к славе. Чего, блядь? Ну, я понимаю, что он типа стал у них своим и так далее. Ну все, как это показано, как-то это, но... Ну как-то... Глуповато, помню. Да ладно, вы Да, спасибо. В первую очередь тут этих здоровых убивать. 13 новых навыков, ну да. Там двойное из воды еще, но я вообще не представляю, где может понадобиться двойное из воды. Но и сам он есть, наверное, где-то может. Попробуем на втором острове воплотить. Я их обоих сдергивает и под водой просто закалывает так же. Нам немножечко, пожалуй. Так вот. Давай, беги. Thank you.
Тоже у них там этот... Диад вот играет. А где еще кто-то? А, это вот они с друг другом переговаривать. Возможно, здесь дослушать можно было, но... Блять. Потом будет долго и мучительно погибать в огне. Я не очень, не хочу. Знаешь, это тут, наверное, тупо в игре. И вещи, но, блин, я... Мне зверей всегда больше, чем людей жалко. Зарядись. Там в клетке есть. Где по карте остров?
Васа, ну-ка. Ну да, да, я был прав, это он есть. Да в смысле, блядь, чё, у меня опять, как сказать, пропали опять все эти, закончили. Там же новый. Это странно, но... Марин Джейсон. Жестко, Джейсон. Жестко, правда. А ну, а откуда у него ножик, кстати говоря, это? Ну, здесь всякие непонятки начинаются. Типа, теории, что Вас не умер. Это разработчики сейчас подтверждали, что... Да умер, умер. О! Вот этот музыкальный тем, конечно, прям очень классный. Who are you, Jason? What kind of man are you? The world is on a diagonal. I am the balancing point. Давай!
Очередная цитата из Алисы. Ой. He left me, the tribe, his birthright. Void Volker lured him away with money, drugs. He became a monster, but he was still my brother. Void will pay for what he has done. To you and to my brothers, I will bring you his head. What of your friends? We'll take a boat back. I'm staying with you. I'm pleased to hear that. How will you kill Hoyt? I met a spy named Willis who can sneak me onto Hoyt's island. Clever. The Rocket will miss you not being here. Oh, will they? Return to me. To my people. Soon. В смысле, а где? А чё, блин, вышку какую-то неоткрытую показывает? Там до неоткрытой вышки ещё, ой. Так, очки навыков. Хладнокровное стационарное оружие будет не так быстро нагреваться при стрельбе. Вы можете бесконечно бегать с ускорением. Убийство с кражей оружия. Крутите врага пистолета и убейте всех противников, находящихся рядом. Двойное убийство снизу. Бронежилет? Нет, вот еще одна ячейка здоровья. Да. Может быть еще одна. Это надо в первую очередь. Где он? Ах ты же маленький ублюдок. Примикался, думаю, я его не найду. У-у-у. Пацаны, что было? Ой, что было? Все это было не так непонятно, как эти абсолютно идентичные чуваки. И даже дерево есть. Тогда везде были луки, деревья в центре чего-то священные. Jason, you're leaving so soon. Dennis, I... you're busy working with Citra? What the fuck, madam? We are not unlike each other, you and I. I was once... an immigrant to the United States. Mm-hmm. I worked as a mechanic in a garage. He tried to make fun of my accent.
Leona. They tried to pay me less than the other mechanics. They were not as skilled. I was raised among the generals of Liberia. They tried to treat me less than them. But I know who I am. Look at me now. Citra. She has freed me. She is with me. Good luck on your fortune. I mean, your mission. Yes. This bottle is empty. I need another one, please. Quickly. Ты говоришь с тем, мой мужик. Так, поговорить у меня, между прочим, зеленые эти закончились, оказывается. Так, ну это к доктору Эрнхарду надо, да. Там у него есть что зелененькое сорвать, да, там растет. Растет, ребятки, да. А, во-первых, на район. То есть у меня так голубых листьев-то много. Так. Я даже не знаю, что. А, кстати, да. Good, because the boat's almost fixed. We get to go home. I'm not going. What? What are you talking about? I found my place. It's here, on this island. Jason, are you serious? Lisa. I am just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not gonna let it slip away. You are all grown up. I've been waiting for this forever, and now you're leaving me. Goodbye, Lisa. Lisa, let him go. Just go. Да иду я, просто. Здорово, что скажешь? Good luck back on Wall Street. It's all about the hustle. Hey, stay strong. Yeah. I'll talk to you later. Ollie. Hey! Lizard, stop stressing right now because Ollie is staying with Dr. E. You have to go back. Why? You know why. To tell my mom. Right. All right. I'll do it.
take care, all right? You too. I'm gonna miss you, man. I'll talk to you later. And thanks for saving. Go on then. Take care of yourself. That's what you're good at. Ме-ме-ме-ме! Тише. Ну, с их стороны это реально выглядит как... Ну, здесь вообще сюжет он такой, там есть большая теория, типа, хорошая на стоп-гейме, даже в блогах, типа, что они хотели всем этим показать. Okay, получилось не очень. Now, Agent Willis. Ну ты мой холёсый, ты успел залезть, пиццаузе. Да, да, давайте я сорву еще раз. Так, раз, стоп. Так, где у нас тут агент Уиллис? Агент Уиллис. Брюс Уиллис, ты где? Чё, блядь? Вовремя. А вот. Не, ну. Че? Ча, я на блоке что-то выдал. Пау-вау. Ой, иди ты в жопу со своим предложением. Это Касперский он заебал просто своим предложением. Сначала было для одного чего-то, теперь для этого дня влюбленных. Блять, идите в жопу, у меня нет никого. Все, идите в пизду. Не для кого мне ваш этот день влюбленных. Блять, как-то неудобно. Ладно, поехали отсюда. Нахуй, говорю. Он сначала присылает уведомление, а потом еще вот этот баннер всплывающий такой. Хорошо, хоть не надо смс отправлять, чтобы он, типа... Знаете, как раньше там было этих... На каком-нибудь сайте говно какое-нибудь словишь? У тебя закрывающий баннер появляется, типа... Введите смс, и так, ну, отправьте смс с кодом и так далее, разблокируйте. Я один раз словил, причем это было на компе. Там прям четко было написано, что это с порно-сайта. Вот. То есть там прям вообще-то просто же скачь полечь. Там просто написано, откуда, что, и чуть ли не бабы голые нарисованы. Да, ну, естественно, как я могу сказать. В общем, я знаю, что это можно было как-то там удалить и так далее, но я вообще не знал, как это и что. А вот, поэтому... типа, можно было, наверное, сказать, батя, наверное, бы это он убрал, но перед этим это был бы полный пиздец, конечно. Вот. Я действительно там отправил смс-ку, с меня сняли что-то там рублей 300, что ли, или сколько-то, я хуй знает сколько. А вот. То есть, в жуткий минус там ушел. Но прислали смс-ку, все дела, так что... Я все это снял. Были вот такие, да, были случаи. Так, а чё у меня, подожди? Ах ты ж ёбаный ублюдок. У меня ж винтовка эта. Там, по идее, на неё можно понавешать всякого. Нет? То есть его в продаже ещё нет, но я с ней хожу, да? Прикольно. Вот она у меня, а в продаже ее еще нет. Эксклюзив, можно сказать. Так, все, теперь мне надо как-то туда попасть. Надеюсь, здесь можно будет это сделать без проблем, не надо будет придумывать никаких хитрых планов. Чуть не запах какое-то доп. Задание здесь выскочил. Просто когда мы попадем на второй остров, здесь на первом появится еще задание. Вот. Ну, здесь должно быть все это, потому что... О, книжка там с кем-то. Мишка завалил свинью и не стал ее кушать. Ну такой я убил, там, перехотелось уже пока. Блять! Я опять забыл про камеру, ну что же за пиздец такой, я прям уверен, что все было, ну то есть сижу такой, вот сейчас надо будет, короче, камеру перекинуть, и забыл, блять, ну пиздец, ну пиздец. Так что опять там где-то я пропадал.
Нет, блять! Ненавижу эту хуйню. Вот где трава растет, там он может просто бежать. Где нет, то... А типа надо несколько раз пробел нажимать, когда он... свет. Блять, вот эти залезания, ну так тупорыло сделано, ну просто пиздец. Ну как мне наверх-то туда попасть? Ну чё, мне аж отсюда, что ли, пилить, блять? Похоже, да. Нет, неужели я залез? Охуеть. Что за задание? Hey, over here. Yes? Jason Brody? Oh, thank God. Thank God. My daughter has been kidnapped. Where did they take her? Far, far away. I don't know. Well, who took her? Space aliens. Space aliens took my baby. Just calm down. I'm sure there's a reasonable explanation for this. Yeah, there is. I lost their packages, see? And they took her. They took her into their spaceship. Okay. They gave me this scanner to find the packages because they can't go out in our environment, you know? But I'm scared of those boxes. Let me tell you a secret. They caused the car crash. I felt it. Somehow, I doubt that. The aliens want to make sure no one swiped the packages. If you find them for me, and take pictures of the barcodes. They'll come pick them up with the spaceship and bring my daughter back. I'll pay you. Well, it's your money. Привет из второй части. Да, эту миссию. Надо к нему вернуться. Знакомый звук.
прямо сидят. Тут еще что-то есть, но я только три помню. Окей, ну это типа по реке их раскидало, да? Прям вы издеваетесь, серьезно. Крокодилы тут поодиночке не ходят, я смотрю. Да блять, ну вы... Что происходит? Анимации. Ой, бля, вот это я помню. Где-то там он валяется наверху. Ничего полезного. Ну, прыгать мы, конечно, не будем, да, я понял, нахуя. Слава богу, не надо возвращаться к этому мужику. Так, ну ладно, это здесь где-то прям... Поступом было. Нет? Да хорош, ну где он? Ну было же где-то вот здесь. А, вот. Все. Я что-то подзатупил. Так, продать всякий хлам. Есть. Jason, I haven't heard from you in a while. Thought you were leaving the island. Nope. I'm staying here. Not me. This Russia operation's blown wide open. I'm joining Task Force 141 flying out tonight. It was nice working with you. Thanks. Listen, before you go, I have a favor to ask. Help me take out Hoyt. Can't be done. Easier to find a Whisker on a Samoan. Although you're welcome to try. I had an agent over there once. He's still alive, I think. Can you help me get there? I'm flying over Hoyt's Island on my way to Russia if you want to ride. I'll send you the coordinates. Perfect. I'll be there.
Plane's leaving in a few minutes. With or without you. Блядь, делаешь? Ну едь ты назад! Да хуй, как ты так вот въебался туда, объясни. Прелесть, блядь. Просто, блядь, блядь, как он туда въехал, блядь, между этими деревьями? Никак, головкой об косяк, блядь. Господи, блядь, муж. Ну, конечно, жуткая нана, ни одной, блядь, машины нигде нет. Висит, ну хуя, контрольная точка там где-то была. Jason, it's the Alamo. The pirates are surrounding me. Come quickly. Ну извините, блядь. Ну чё просело это все резко? Давай, чини. Завтра, ну давай, давай, встану за автомат. Нет, пока, давай, да. Просто они потом попрут с тех сторон, с которых я не смогу с автомата стрелять. Давай быстрее свои газовые горелки. Раньше можно было мины поставить и так далее. Пизда. Но.
Да, я вижу, что половина готова. Давай. Окей, ладно. Нет, в конце концов, да? Пускай. Мало ли кто прибежит, а тут бац, мина лежит. Мало ли кто прибежит, а тут бац, и мина лежит. Ну, человек обрадуется, скажет. О, красота. Смотри, как ко мне подготовились, а. Аж умирать приятно. А, let's go, в смысле понеслась? Там тоже там кто-то присоединится. Ну, поехали, в смысле, let's go. Ну, как бы это все. Прикинь. Да все, хорош, заебал. Jason! Get in! Are you flying this plane to Russia? No, are you kidding? I'm upgrading in Singapore. You know it's illegal to buy or chew gum anywhere in Singapore? Gum is one of the great American pastimes. Those rice pickers are basically declaring war on Uncle Sam. Thanks. Get in. I said get in. Oh, that reminds me. My man Sam is embedded with Hoyt's troops. If you whistle the Star Spangled Banner in Thurston at the Crazy Cock Bar, he'll know I sent you. I gave my whole life to the agency. I made my share of mistakes, but it's about to pay off. Yes, sir? I'm almost out of the jungle! Woo! Хантли такой, Хантли вообще. Хантли еще будет, Хантли еще много где будет. Ну как, немного, но будет. Друзья, что он в четвертом? А, да, что-то я куплю, так конечно. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам. Достижение выскакивает, мне показывает, что действие выполнено. Там было достижение прыгнуть, допустим, с неебаной высоты. Так, что-то я смотрел, что можно было. А, ну здоровье, в первую очередь. Костюм Крыло. Это совершенно секретная разработка. Только ни при каких обстоятельствах, даже под пыткой, не рассказывайте Голливуду, что я спер его со склада. Чего там еще?
Где? А, парашют. Парашюты на острове попадаются редко, да и главное быть осторожными, чтобы вместо парашюта не ухватить какой-нибудь рюкзак со всякой дребеденью. Прорисуйтесь. Аки коршун кружу над ним. Захожу на посадку. А здесь никого нет, да? Да. Куда ты? Джейсон, блядь! Who knows if this Sam is even real? А здесь ты чего? Окей, блин, серия, это идет уже, прям идет, идет. По идее, можем прям на них, наверное, приземлиться. Все. А новых пушек еще, наверное, не появилось. Так, что у нас ближайшее? Аванпосты или задание? Дайте вот вышечку вот эту откроем, чтобы здесь в потемках не блуждать. Таун, оплот наемников. Поздно ночью, когда людям ходят и становится одиноко, они на полную громкость включают дабстеп, потому что дабстеп слушают только плохие парни. Не знал, что это задание такого рода, то есть, возможно, мы сейчас сразу просто никуда с ним не пойдем, мы с ним только познакомимся. Я понял, по идее, что мы должны сделать, чтобы подобраться к какой-то. Holy shit! The crazy cock exists. Да. Ну, буквально это сумасшедший петух, но поскольку кок это еще и хуй, то, сами понимаете. Hey. Hey. Bill? Yeah. I'm looking for a friend. Privateer named Sam. There's only one Sam I know. There's a regular poker game at the back. Hoyt's privateers mostly. You might want to think about getting yourself invited. Doro. Where are you going? Where do you think to play poker? Don't waste your time if you can't afford the buy-in. This enough?
All right, you're in. Willkommen to the game. Fresh blood. Have a seat. На всякий случай, мало ли. Посередине этот концерт закончится. Как ты быстро спустился, мужик, я спустился, ты уже здесь был. I'm gonna call. Как здесь, типа, больше, меньше, типа, ставочку нет? Болт. Здесь вообще похуй. Я не хочу, серьезно, я не хочу сейчас. Это не самый лучший момент, час ночи, I'm gonna check. В воскресенье, разбираться check. С этим. Как его называют? Как в покер, блядь, играть? Check. I'm gonna check. Checking. I check. Checking. I check. Shit. That's how it's done. А можно просто дальше по сюжету? Ребят, пожалуйста, без этой хуйни, да? Пожалуйста. Не хочу играть в покер, блядь. This hand bores me. I'm cashing out. Already? You'd like me to continue playing, Carl? Should we raise the stakes? Ah, no, Sam. I was just saying. Good. Guess I'm done too. No refunds. Так встал еще. Been concerned about him, hearing nothing all these years. Nah, he's fine, I guess. Loss! Where did he go? Найди Сэма, расспросите его, охуеть. Все, отлично, теперь наконец-то у нас open world. Так, 3000 этого, навыков. Бег бесконечный, что там, что... А, вот, чтобы бронежилеты лучше работали. Да, это что у нас? Угу. Наемники Хойта. А это рассказ о наемниках Хойта, головорезах, сердцами и свинца. Они все мечтают об одном — сорвать крупный куш, прикончив вас. Они настоящие хозяева этого острова, и я уже устал от этого. Новинки в магазинах, 8 новых видов оружия. Можно купить новые карты, ебаная таратама. Поехали. Так, во-первых, продать нахер все, что можно продать. А денег у меня, как выясняется, мало. А теперь я могу купить еще себе D50.
Это Desert Eagle, короче. Этот пистолет отличается высокой убойной силой, из него можно стрелять, скользя по тросу, с ним не просто обращаться, в связи с сильной отдачей. Пистолеты-пулеметы. Вот такой вот есть BZ-19, характеризуется высокой точностью, убойной силой. У него не самая высокая скорострельность, но вместительный магазин на 64 патрона. И Вектор 45 АСП мы уникальный такой видели. Современная модель, которая скорострельность сочетается с небольшой отдачей. Достаточно точное оружие, неплохой выбор для ближнего боя. Так, дробовики. СПАС-12, господи Иисусе, да. Итальянское полуавтоматическое ружье, отличающееся высокой скорострельностью, но требующее больше внимания для прицельной стрельбы. Штурмовые винтовки. Вот это вот хорошая штурмовая винтовочка. П-416. Современный вариант классического оружия. Исключительная скорострельность сочетается с неплохой точностью стрельбы. Снайпер... АСЕ. В этом во втором тоже была такая. Это добротное оружие. Израильская копия легендарного АК-47. У него такие же базовые характеристики, но чуть выше скорострельность и убойная сила. Снайперские винтовки. В смысле? А у меня в руках что, не это, что ли? Какую херу покупать надо? Ничто не сравнится по убойной силе с этим чудовищем 50-го калибра. Если вы попали в цель, вы ее убьете. Ну вот. Вот это классный, это прям хороший, да. У МКГ потрясающая скорострельность, но по этому показателю он превосходит все оружие своего класса. Так, ну и карты, ладно, карты это все потом. Все, в первую очередь я беру дробовик вот этот. Расширенный магазин, ночной прицел, коллиматор, короче, прицел и расширенный магазин. Так, поместить его на место, наверное, вот этот у меня с глушителем есть, поэтому вот на место этого. Изменить расширенный магазин. Да. И коллиматор, да. Так, а что у нас по расцветкам? Пустыня, джунгли. Ну, как обычно, да, серва, песчаный. Песчаный, прям реально песчаный. Прикольно. Ну, я возьму джунгли. Как, собственно, я обычно. Ну, и давай, насколько у меня есть. А у меня на соточку как раз. Бронежилета, правда, мне уже денег на бронежилет не хватило, но это не важно. Так, а вот теперь поехали. Нет, меня вообще не ебет. Мы поехали. Мы пойдем и захватим эту ебаную вышку. Так, вы выйти просто так не дадут, потому что здесь можно только в кругаля. Кстати, возможно, я даже сниму коллиматор потом сниму, потому что... Ну, что-то как-то. Кстати, я видел какой-то дробовик с глушителем на видео этого чувака. То это уникальное какое-то еще оружие будет? То ли нет, не знаю. Вот она же у меня есть, вот что за нахуй. Пиздец, а. Ну ладно, теперь хотя бы появилась необходимость снова в деньгах. Так, а можно? Ага. А, нет. Или подожди. Чисто, чтобы знать просто потом. О, кстати, вот бронежилет. Здесь машинка. Да, можно, по идее, выйти с той стороны. Да? Ага, все, отлично. Здесь сквозной выход. Ну, следующие, наверное, как минимум пару серий будем заниматься всякими доп. Заданиями. Настойные парни. Настойчивые. Ну, блядь! Сука ты, ёбаная, ну...
Да ёб вашу ж мать! Капец. Окей. Раз уж я схватанул ее. П-416. Бывает, что у оружейников сразу получается то, что надо. А бывает, они несколько увлекаются. Особенно, если оружейники немецкие. На этот раз у них получилось то, что надо. Штурмовая винтовка П-416 представляет собой улучшенный вариант известного, но не лишенного недостатков оружия. Игрушка не из дешевых, но зато убойная и надежная. Поэтому стоит каждого вложенного пенни. Пенни. Дайте мне ручку захватить, я ухожу. Тут пиздец какой-то в этом плане, то есть... Ой. Извините, пожалуйста. Блять, вы издеваетесь? Нет? Смотрите, что стоит, сколько есть машин уже. Оставайся же ты никому. Пиздец. Я ему нажимал семерку, ни в какую лечиться не хочет. Бежит, блядь, пидорас, щемит. Блюдок. Не дал мне сделать прием. Куда опять делись ебаные стрелы взрывчатые? Когда я их, блядь, успел потратить? Объясните мне. Это я там вот несколько, эти 3 или 4 раза выстрелил, это было точное количество раз, чтобы они закончились, прям, да? Неплохо. Ну а что? Что мы так тоскливо глядим? А, еще сброс припасов сейчас же откроется сразу. Не надо костюм крыло. Так. Бум. Да. Сделать, ну да. Хотя знаю, как некоторые эти реликвии запрятаны, типа прыгай по камням. Может, так и надо было. Сейчас пусть какую-то даже пушку бесплатно дать.
катание ракет еще. Так. О, кстати, дезерт прибыл бесплатный. Неплохо. О, еще и этот бесплатный. Еще привезти. Ну, красота, что я могу сказать. Поехали сразу. А то потом там возвращаться сюда прочь. Нет, сразу надо сделать. Еду как-то не по дороге, но не очень хорошо видно, если честно, по дороге. Что это за маршрут, блин? Какой долбоёб этот маршрут прокладывал, объясните. А прямо можно было как-то поехать? Давай, 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 я не хочу по новой, давай! Хуй. Буквально на последней секунде. Так, кто там? Пиратов уже все перебили, считай всех. Так, а где? А, давайте тут наверх поднимусь. О, какая-то миссия, судя по всему, будет. А, и давайте на этом... А, нет, смотрите, прям можно взять, нет, ну ладно. Давайте на этом на сегодня закончим. Сейчас, подожди, давай-ка я мотнусь все-таки вот сюда назад. Возьму пистик. И вот тогда. И вот тогда. Хотя, подожди, пистик. Если на него глушитель можно поставить, то возьму. Если нет, то. Фу, игра хорошая. Все, все, сейчас выключаю. Так, изменить. Нет, расширенный магазин, ночной, оптический, коллиматорный, голографический. Просто пока ходить с ним и что-то убирать, я даже не знаю, что можно убрать. Хотя, с другой стороны. Так, ну-ка сбежи. Ну и этот бесплатный, да. Но это я точно сейчас пока не хочу брать. Бым-бым-бым. Там шкур у меня никаких не было, честно случае. Нет. Так, теперь вот это. Сейчас так, чтобы просто они не светились мне тут. Вот так вот я лучше сделаю, да. Ну и все. Давайте я на всякий случай сохраню еще сам. Да. И скажу, что ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы. На канал Душевные игры Роза Парацельса и Капов Крип. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео. А, я же хотел. Здесь в описании ссылки, все. Кондрашову заплатите чеканные монеты, блядь. Так, извините. И тут у нас дробовики. Спас, изменить. А, так ночной прицел уже был, блядь. Надо было ночной ставить. Че я? Снять. Снять.
Так, сколько надо на коллиматор, на ночной сатыгу, да? Ну-ка. Ну, сатыгу, я думаю, мы сейчас наберем. Так. Уже половина. Так. Бля, не посмотрел сколько. Ладно. Так, это, наверное, в доме у этого чувака. Бог с ним, потом. Потом. Потому что это здоровый прицел, он, ну, он портит весь вид. О, отлично. Ну, какой-то мусор еще, естественно, сейчас продадим, который там был. Ну что, здесь тоже можно идти? Угу, серьезно? Прикольно. Так. Быстрая продажа. Ну, 10 баксов, ну да ладно. Дробовики. Спас. Изменить. Ночной. Да. Если кто не понимал, что вообще за херня происходит сейчас. На что я собирал? Во! То есть прицелиться все равно можно, но при этом он выглядит гораздо лучше. Выглядит так, ушить так круто, что... Во. Так, теперь что, значит, тогда еще раз сохранить. Окей. Так. Так, говорю. Какой вид такой, давайте, чтобы так. Вот, и всем пока.